Еды вообще нету. Ноль, зиро. Зиро еда. Это волк? Сука, я голодный. Мразь. Я голодный. Я дикий волк. Я голодный, сука. Ну и всем привет, мы продолжаем играть в Rust. Я приветствую как бы сейчас в меню, потом я возьму, закрою это и запись прекращу. И начну загрузку, потому что в прошлый раз, как мы убедились, загрузки здесь очень долгие, просто очень долгие. Я и не знаю даже как, надо сейчас найти сервер, где я в одиночестве могу спокойно посидеть, домик построить там вот. Тот Москву сервер был хороший, мне понравился там строить, там вроде и как-то лут легко добывался. Вот, наверное, туда и попрусь. Вот, еще раз скажу, вот, и, наверное, остановлю запись, вот. Итак, я тут, окей, погнали, в принципе. О, нифига, что так быстро стало-то. И сегодня не лагает. У-у-у. А чё так внезапно-то? Хорошо. Эй. Ладно, я, короче, какой-то сервер Москву нашел. Не знаю, тот ли это, не тот. Как карту открыть? Чё-то карта не открывает. Может, Q? Нет, Q это крафт. Тут-то должно быть где-то 7 человек. Я предлагаю найти деревья и начать строить себе дом. Предлагаю на гору залезть. Блин, там чувак бежит. Вообще-то русский сервер, поэтому предлагаю поискать микрофон. Действие вторичная атака, чат. Вот голосовой чат это V. Очень удобно, я понимаю это, но мне это не подходит. Маус 3. Окей, так лучше будет. Я вообще пошел бы вон туда, но там чувак бежал. Мне это делать вообще не в тему. Поэтому я буду потихонечку просто крафтиться и все. Пытаться. Но меня все равно убьют. Здесь неадекватно ведут себя люди. Я просто хочу поиграть спокойно. Мало дерева, дает это дерево. Где крест? Не вижу крест, ну ладно. Блин, в прошлый раз я сделал топор. Теперь у меня его нет. Ну хотя бы теперь я к одному серверу буду включаться. И здесь не так много народу, поэтому я не думаю, что меня просто будут лупить вечно. 158 дерева, мне еще камень надо найти. Надо 200 дерева. Почему так много дерева? Оно еще собирается падать? О, я попал куда-то. Минус пальма. Окей, пошлите камни искать. Так я смогу топор добыть. Вот, здесь не так много народу. Никто не бьет меня пока что 5 минут. Хотя если меня сейчас убьют, то это будет печально. Я уже нашел 200, аж 200 деревьев. Но камня здесь нет. Железная руда. Нет, тут ничего не дает. Где ж мне камень добыть-то? Ты вот этот камень можно лупить? Нет. И как это определить, какой камень можно бить, какой нет? Это не бьется тоже. Мне еще надо еду искать. Опа, там дом. Надо быть аккуратней. Любой противный человек может меня убить.
Еще бы еды добыть, потому что у меня очень мало ее. 84. Но это, я думаю, найдем где-нибудь. Тут машина, кстати, какая-то. Так, это, надеюсь, не чье-то? В смысле, выбросить? Это вот так... А, это перетаскивается. Ну окей, у меня есть что-то уже. Уже радует. Что за музыка странная? Это же потом можно кому-то отдать или что? Что это вообще? Ну я что-то неплохое нашел. Народу здесь не так много, поэтому... Можно спокойно ходить, видимо. Олень бегает. Это патрон. Нифига тут патроны есть. Обалдеть. Мне нравится этот север. Тут есть люди, но они тебя не херачат пока что. По крайней мере, пока что. Возможно, даже получится что-то выживать. Возможно, придется, смогу договориться. Кто знает, кто знает. Еда есть? Ну, вообще есть вот яблоки какие-то. Я бы взял их, но, видимо, они тухлые, он не хочет есть их. Что это? О-о-о. Свет. Блин, тут ноги пораню. Тут много стекла, мусора всякого. Я могу ноги так поранить. Надеюсь, так не получится. Наша прошлая атака на людей увенчалась провалом. Ну, потому что у них калаши были. И то они кривые были, дикие чуваки эти. Мы почти их победили. Я не думаю, что хорошая идея залазить вот на эту штуку. Но пока я камни не нашел. Камни не добываются нигде. Я бы еще одежду добыл. Мне кажется, я где-то минуту в начале записал, да? Поэтому надо от этого отсчитывать. Блин, музыка какая-то играет. Мне просто кажется, что, возможно, на вершине горы можно что-то сломать. Хотя на самом деле вряд ли. Скорее всего, здесь просто... О! Нашел камень. Отлично. Да блин, я тут упаду. Очень неудобный камень. О, нормально пошло. Да блин, я тебе сейчас покажу. Отлично, отлично. Я здесь такими темпами смогу ходить скоро. Дай камень еще, еще камень нужен. Привет. Он меня не убил. Хорошо-то как. Обалдеть. Он меня не убил. Или это временно? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, он меня не трогает. Так, теперь я могу сделать топор, походу, да? Создать. Это что такое? Каменная кирка. Но и наверное, тоже можно создать, да? И то, и другое. Можно создать.
Это очередь создания, да, видимо? Да. Отлично. Просто великолепно. Я уже доволен этим сервером, мне он нравится, и это замечательно. Я могу поболтать еще с кем-то и могу еще покрафтить спокойно. Не зря я добавил в избранное. Надо только запомнить, что это за сервер. Как его понять, что это за сервер? А, миссии? Нет миссий. Блин, а как так? Мне нужна еда. У меня мало еды осталось. А где ее добыть, я фиг его знает здесь. Надо бежать еду добывать. Возможно, стоит копье сделать. Так. Где мне добыть еды? Ну, возможно, в воде есть. У меня есть кирка, это уже хорошо. Возможно, смог какую-то рыбу замочить и съесть ее. Но мне кажется, это не так работает. Скорее всего, надо где-то в лесу найти кого-нибудь. С помощью кирки, топора могу этого. Я могу что-нибудь захерачить. Блин, какой хороший человек был. А если бы он мне еще что-то и дал, это вообще было бы замечательно. Так, это меня не очень радует. Летит вверх. Нет. Нет. Или вертолет это враг? Уйди от меня. Я не буду на две собаки нападать, если вертолет летает. Нет, это какое-то событие, по-моему. Если я правильно смотрел раньше. По нему стреляет, добывает кучу патронов, там металлы какие-то, еще что-то. Я не знаю, это можно есть или нет. Давайте попробуем. Это можно есть. Эти псины бесят. Да, их можно есть. Нормально. Он ко мне, что ли, летит? Грибы съедобные. Хотя это вроде мухоморы какие-то. Вон по нему стреляют. Он летает как ненормальный. Ой, как много дерева добывается сразу. Это хорошо, это замечательно. Скоро мы сможем делать дома. Не очень хорошо попал, но ладно. Он добывает гораздо больше дерева. Это прямо АИМ какой-то. Это кавок. Отлично. Так, что я могу сделать теперь? Вот это мне нужно сделать. Потому что нужны постройки. Не летай тут, мне надо уйти от него подальше. А где мои грибы? Вот они, да? Ешь. Надо ее покормить хорошо. 100. Так, это не то немного.
Просто камень я хрен нахожу вообще. Поэтому я решил сразу добыть. По нему бьют. Но у меня нечем его бить. Поэтому я просто убегу, наверное. Ля-ля-ля-ля-ля. Что за музыка заиграла? Страшно. Да что он тут летает-то? Ё-моё. Я, видимо, попал на какой-то момент, когда вертолет появляется. Блин, он сюда летит. Уходи. Уходи, а то тебя убью. У меня целая кирка. Что? Куст конопли. Что я могу с ней сделать? Я ее съесть не могу. Блин. Я-то думал, здесь все можно. А здесь не все. Все нельзя. Видимо, не в Голландии. Мне неудобно, вот это надо поменять сюда. Вот так даже, наверное. Вот. Что 5 делает? А, это сажается, я понял. Окей. Хрена себе. Но здесь есть деревья. Но нет камня. Мне нужно найти место, где будет еда. Немедленно уберите оружие. Зона обстрела. Что? Какого обстрела? Я то просто зайти хотел. Блин, я цель, походу. Какой-то значок справа вверху висит. Там минометом что херачить начали. Что происходит вообще? Мне нужен человек-проводник. Потому что я так буду долго бегать и не понимать, что происходит. Кто теперь знает, что грибы можно жрать и ничего с этим не будет? Я вот это только не понимаю, нахер нам не надо. А, все, меня не преследуют. Нормально. Я живой и со мной все в порядке. Вертолет летит опять. Мне надо одежду, может, найти? Одежда, во. Надо хоть что-то одеть, наверное. Повязка из мешковины. Деревянный шлем. Обувь из мешковины. А с чего создается-то? Ткань. Но у меня это есть, оказывается. Больше ничего создать не могу. Из перчатки из мешковины только. Ты нахуй выкинул? Куда ты делаешь? А, вы сюда одеваетесь, что ли? Понятно. Я думал, на персонажа надо накидывать. Так, а в поезде что-нибудь есть? На нем можно кататься, судя по всему. Там бак для топлива, потому что. Не знаю, что это. Не могу взять предмет почему-то. Ну и ладно.
А, это олень. Но олени не страшно. Там опять чувак на коне был. Ну это хороший сервак. Блин, опять я есть хочу. Что за бред-то? Спальный мешок. У меня все время уходит то, чтобы пожрать найти. Фига, кто-то запихал бочку. Где еще мухоморы? Чего мухоморов? Это враг? Это человек? Это кто? У меня была сотка просто этой еды, а сейчас уже 39. Очень быстро он голодным становится. Найти ничего не могу вообще. Все сожрали, походу, уже. Эти 7 человек, которые здесь играют. Побираться пошли. Где этот чувак на коне? Где он? Мне нужна еда сытная. Блин, 29 уже, серьезно? Че так много-то потратилось? Ну, туда можешь, где-то там их дома. Я здесь вообще очнулся, огромный круг сделал и ничего не нашел. Блин, как он быстро жрать начинает хотеть. 24, 23. Просто на глазах убывает. Хотение еды на глазах улетучивается. Не-не-не-не-не-не-не. Я вплавь тогда. Ну или вброд. Судя по всему, вброд. Он не плывет. А поплыл, что ли? А плавать-то умеет? Что-то медленно очень. Блин, носки промокли. Очень холодно. Голод, влажность. Он идет, походу. Он не плывет. О, выбрались. Там какой-то чел странный был, он меня напугал. Холод 9-8, все нормально становится. Но я есть хочу, а еды нету. Ни мухоморов, ничего нету. Что это за зона? Тут вещи сушат. Кар. Это чей-то дом или что? Блин, это нельзя взять. Так. А, ну прекрасно. Что это такое? Что? Во что играть? Добавьте больше металлолома. Как встать? Ага, пробел. Дайте мне просто еды, заколебали. Где моя еда? Еды нигде нету. Но если вечером уже еды нету, то смысл вообще что-то делать? Это динозавр? А, это пень. Там
этому чуваку хорошо, он на коне катается. Это у меня ни хрена нету. Ничего нет вообще пожрать, вообще ничего. Ой, блин, это не то. Как думаете, он там еда есть? Что это было? Блин, а прикиньте, это то место, где я строил дом. Я же где-то здесь строил. Вроде бы. А нет, там бугор был больше гораздо. Не здесь я был. Не на этом сервере. Хотя тоже называется Москва, в принципе. Очень даже может быть. Что ты, блин, застреваешь-то везде? А чат есть какой-нибудь? Как он? Global. Блин, как я могу найти еды? Еды вообще нету. Ноль, зиро. Зиро еда. Это волк? Сука, голодный. Мразь. Я голодный. Я дикий волк. Я голодный, сука. Голод вынуждает творить ужасные вещи. Как мне... жить? Насколько далеко я буду? Только я тебя найду. А, мне бить его нечем, да? Но у него там хп мало осталось. Сейчас я свое этот топор возьму и его убью. Сука, я тебя устрою. Сейчас факелом в жопу запихаю. Иди сюда, волчара. Псина такая ты. Неодомашленная. Иди сюда. Я ж тебя найду. У тебя мало хп было, я помню. Зато теперь не голодный. Блин, это вообще имба. Это можно, короче, насобирать всего подряд. Стать не голодным. Блин, он там же стоит, по-моему. Вон он ходит. Падла. Иди сюда. Точнее, нет, не иди сюда. Вон он ходит, вон он, падла. А где мой труп? Вот он. Где мой топор? Блин, как они странно ходят. Тихо, тихо, тихо. Ты же знаешь, я голодный. Не беси меня. Умираешь, потом подбираешь все. Смысл от этого всего. Где мой топор, блин? А, вот он. Он валяется просто так, оказывается. Сука, блин, где ты? Падла такая-то. Сколько у тебя хп? Собака. Ч
сейчас я тебе устрою веселые каникулы. Погоди только, погоди, сейчас я тебе покажу, что такое великий камень. На, сука. И сюда. Отдай мое мясо. Убежал. Обосрался. Я так и знал. У. Зашибись. Ой. Это я зря сделал. Но я был не в курсе. Меня можно понять. Фига я сытый на 220 аж. Тут что-то все красное. Я умираю, что ли? Да нет, здоровье повышается, 35 становится. Брык-брыка. Защиты дом. Алло. Вызывали? Смотрите, кто пришел. Так, ладно. Видимо, там никто не откроет. Поэтому здесь стоять бессмысленно. Надо еды искать. При том, что у меня было 200, а сейчас уже 174. Можно дом построить, в принципе. Фига. Это вообще музыка из какого-то, блин, неон вайпа или что-то, не знаю. Ой. Ну, давайте дом построим где-нибудь. Закат там. То есть, на, чтобы окна в ту сторону смотрели. А вот, смотрите, вот здесь можно построить что-нибудь. Скала неплохая. Здоровье потихоньку повышается, в принципе, это радует. Фига, что здесь так ровно-то все. Здесь кто-то уже построил. Будем соседями. Надеюсь, здесь все адекватны. Конструкции. Как его сделать? Так, 4. Ага. В смысле не хватает? Ты что, издеваешься, что ли? У меня же было сколько дерева. Фига красиво. Это надо... Почему у меня здесь он строится, а там не строится? Что за херота? И здесь строится. Что за бред? Почему я могу по отдельности их ставить? Что? Я загадил место постройки. Хрен узнает, в чем проблема, но он не хочет так строить. Надеюсь, он не обидится, если здесь построюсь. Я же его не трогаю. А здесь уже не хочет строиться, кстати. Типа, может быть, надо высоко ее ставить? Вот так вот. Чтобы она под землю не уходила. А, ну, вполне возможно. Что? Чего тебя блочит? Ты что творишь-то?
Так, отлично. Лана идет по своему ходу. А как дальше? Что там надо тыкать? Взяв в руки, нажмите на правую кнопку. А, правую кнопку мыши. Окей. Так. Стены. Нет, окна сначала. Сначала окна. Что за окна? В этот раз я буду более качественно делать, так-то скажем. Иди ты нафиг, когда я успел дерево потратить? Мне ж теперь не видно будет ни хрена. Главное не потерять свой дом. Мне нужно спальник еще сделать. Сколько он стоит? Вот спальник, да? А, это маленькая плантация, это не то. Вот спальный мешок. Что надо сделать? Ткань. 30 штук. Но он нужен. Имеется 10 тканей. Как она добывается, я вообще не знаю. Возможно, деревья херачишь, и появляется ткань потихоньку. Она же откуда-то у меня появилась. Верно? Верно. Где-то появилась. Но больше тут никого нет на сервере, что-то куда-то все делись. Я видел чувака на коне. Видимо, он был настолько на коне, что решил не волноваться. Да? Я уже не вижу ни хрена. Все темно становится. Где крест? Будем рандомно пытаться попасть. Наша группа ВК. А, окей. Где тот один? Но ткань не появилась. Я хз, как ткань делать. Зато появился маяк. Эй, я что-то стену выбирал. О, зашибись. Зашибись. Уже радует. Отлично. И здесь дверь нужна. Не-не-не. Я сейчас замуруюсь. Я тут так. Вот. Замечательное место для дома. Так, теперь лестницу, чтобы было крыльцечко такое. Да ладно, она поставилась. Че ты поставилась? Окей, дверь есть. Нет, тут двери что-то нет. Почему-то. Так, ладно, двери нет и нету. Чё потолок? Каркас потолочный. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Но я уже почти в безопасности. Так, то есть что ты... Чё такое? О. Ага. У-у-у. Здесь еще надо факел какой-нибудь поставить, потому что печально все. Очень темно и ни хрена не видно. Есть какое-то освещение? Создать. Костер. Ой. Где костер мой? 22 секунды еще. А есть какой-нибудь типа факел там? Деревянные двери, да мне хватит, как бы. Блин, серьезно? Имеется 81 дерево. Блин, вообще ничего не видно уже опять. Мне нужно какой-нибудь, может быть, ночлег найти и лечь спать. Можно лечь спать? Просто взять и лечь спать. Бинт. Маленький тайник, бурдюк. Табличка, камень. Бинт.
Но я не думаю, что здесь можно время промотать. Как его зажечь? А, точно. Он сейчас так сгорит. Я не знаю, проще делать. Надо стоять просто, наверное, смотреть на море. Вон луна встает. Ни хрена она двигается. Да прикиньте, какая у нее скорость. Не, ну так гораздо интереснее становится уже. Когда тебя не убивают на каждом шагу. Что это? Там нефть добывают или что это такое? Так. Давайте посмотрим, что я могу сделать. Объекты. Общие. Большой флаг. Мне нужно найти, как мне спать лечь. Костяная броня. Деревянный нагрудник. Ну, штаны из мешковины. Штаны из шкуры. Пончо. Что это? Типа луна наверху? Или что за музыка-то заиграл внезапно? Напрягает. Так, ладно, что еще тут есть? Объекты. Деревянный ящик. Ресурсы. Одежда. Оружие. Нифига. И как что надо сделать с этого дерева? Фрагменты металла, веревка. Так, а для пистолета? Дерево, фрагменты металла. Блин, да это вообще ерунда делать. Оружие ерунда. А где, блин, кровать-то? Я видел мешок, но не вижу больше ничего. Шляпа со свечой? Ладно, бывает. Ресурсы, объекты. Вот, как мне его сделать? Всего 30 тканей. У меня 10 только тканей. Ой. У меня дом почти готов так-то. О, рассвет начинает уже. Сейчас красиво будет. Смотри, сейчас солнце восстанет. Из пеп. Из моря, точнее. Смотрите, какая красота сейчас будет. Можно, в принципе, факел убирать. Быстро ночь прошла. Это очень радует. Это очень радует. Теперь мы можем подумать, как достать нам ткань. Потому что нам нужно определенно уже мешок найти, как-то сделать его. Чтобы лечь спать. Я так понимаю, потому что так мы, именно так мы сможем сохраниться каким-то образом. Жажда. Так и вон в воду залезь. Не открывается. А если вот эти штуки можно разобрать? Нельзя, да? Ну ладно, нельзя так нельзя.
Мне нужна ткань. Где достать мне ткань? Я понимаю, что дикий эксперт Раста, скорее всего, знает, где достать ткань. Но я вообще не знаю. Вон солнце восстало. Мне нужно 20 тканей. Двадцатка. Скорее всего, нашел в ящике ее где-то около машины. Там еще где-то. Мне так кажется, что я там достал ее. Я не уверен в этом, но мне почему-то так кажется. Что это было сейчас? Жажда и голод меня мучают. Но, по крайней мере, у меня есть дом. Уже хоть какой-то. В принципе, я могу туда телепортнуться и потом еще прибежать. Не знаю. Я, в принципе, знаю, где он находится. Даже если сдохну, в принципе. У меня есть неплохой вариант. Так, плавать я умею. Это хорошо. Ни хрена себе. Холод, очень холодно. Минус 2 градуса. То есть на маяк я не доберусь точно. Это окей, я понял. Так, здесь что? Открыть. Что это? Кровать? Серьезно? Это кровать? Да, да ладно. Все, пошлите туда. Мы нашли кровать. А это значит, мы можем просто взять там лечь. В нашем доме. Надо поставить срочно там кровать. Возможно, это как спавн для нас будет. Где наша кровать находится, там мы и возрождаемся. И это очень здорово. Странно, что никого нет. Блин, а в какую игру я тогда играл? Если я в это не играл, ну я в что-то играл с кем-то. Наподобие Rust была игра. И меня позвали, я играл с кем-то в что-то. Я до сих пор думаю, что я в Rust играл. Но у меня не было часов вообще никаких в этой игре. Это очень странно. Блин, как так? Зашибись. Шесть. Пять. О, да. Нажмите Use, чтобы открыть меню. King Bed. King Bed, конечно. Как иначе? Это не то. Нажмите Use. Что за Use? Погоди. Настройки. Приси прыжок вперед, ля-ля-ля, действия использовать Е. Офигеть, как много действий на кровать. Целое переименование. Надеюсь, это то место. О, тут сердечко, смотрите-ка, сердечко, сердечко. У меня на кровати сердечко. Давайте пока добудем, что ли, еще дерево и пойдем в дом обратно. А что он так легко упал-то?
промазал. Попал. Попал. Промазал. Попал. Попал. Куда? Ага, я тебя нашел. Да что такое-то? Как-то неудобно перемещаешься в этот раз. Опа-на, все, пошли тебе быстрее домой. Я туда идут вообще. А то у меня просто хп осталось 31. Я умираю. Еды не найду сейчас точно. Но, по крайней мере, у меня будет дом. Дверью даже. Так, кью. Конструкции. Дверь. Создать. О, да. Сейчас будет дверь у меня. И надо пока потолок делать, наверное, пока дверь там творится. Где потолок? Пол. Пол. Каркас. Настенный каркас. Половина стены. Низкая стена. Так, здесь нет крыш. В смысле? Почему здесь нет крыши? 6? Нет, 5. А с какой стороны открывается она? Опа! Отлично. Дверь открывается наружу, надо осторожней быть. Так, что там еще у меня? Е? Нет, Q. Сетка. Но у меня тут-то нету крыши. У меня крыши нету. Ладно. Наверное, так должно быть. Потом узнаем, может быть, у кого-нибудь. Как надо уже тут искать кого-нибудь, с кем я смогу поиграть до 10 части, потому что это может быть очень скучновато уже потом. Скоро, в скором времени. А пока нормально. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.